Подземный переход в центре Солнечногорска приватизировало закрытое акционерное общество «Underground». Оно установило плату за проход – 1 рубль. Говорят, собранные средства пойдут на плановый ремонт объекта. Но у многих солнечногорцев сам факт о необходимости платить вызывает возмущение. Вообще безобразие какое-то. Скоро вообще дышать запретят и по земле ходить. В назревающий конфликт вмешался представитель правоохранительных органов. Ну, все документы у них в порядке, патент оформлен правильно, то есть все происходит на законных основаниях, даже не к чему придраться. Руководство закрытого акционерного общества «Underground», похоже, ушло в подполье. С ним связаться не удалось, а с простых контролеров спрос небольшой. Я студент, подрабатываю, все вопросы к моему руководству. Теперь жители Солнечногорска стоят перед выбором – либо безропотно платить, либо на свой страх и риск переходить дорогу наземным путем. В эпоху рыночных отношений каждый решает сам.